Всем здорово, ребят. Ну что, Тайвань, после стримчика вам сразу записываю видосик. Ничего не делал, ни на чем не заморачиваюсь, сделаю вам. О май гад! О май гад! Нас опять хотят просверлить. В общем, ставьте лайки, что у нас интересного есть сегодня на Тайване. Есть вот эти вот награды. Так, это понятно, это забрали. Даже не буду смотреть, что там есть. Хочу короткий видос, потому что спешу. Вот такие вот награды, три штучки. В принципе, довольно-таки неплохие. Карта богатства называется. По плюхам сейчас вам покажу. Так, тихо-ша, карта богатства. Заходим, вот такие вот плюхи. Честно скажу, в принципе, вот скины — это нормальная тема. Можно, конечно, собрать, не знаю, повезет кому-то или нет. Карта, смена, слизни, остальное все такое хрень. На ПБшку скин, да, на Рину, в принципе, как вариант для бездона. Но амик, по-моему, с вами давали, если я не ошибаюсь. В общем, напишите в комментах, а то я не помню, давали или нет. Если давали, то это все говно. Апекс камни, в принципе, плюс. Для бездоната это однозначно плюс. Вот так вот, сменка, ну, такое себе, ну, в принципе, это довольно-таки неплохо, остальное все такое. Также есть за логин, сейчас зайдем за каждый день, сейчас посмотрим, что там интересного есть, может, что-то расшифруем. Так, это не оно. Нового героя не добавят, то есть не надейтесь, не ждите, даже не стал вам видос снимать, короче, убрали они его. Давай, заходи, пока не сверлят. Так, окей, молотки 20 штук, пятые, 20 дней сэкономите на одном этом, 50 сундуков, такое себе. Шестые сундуки, один хрень полная, один сундук, а вы что, угоните? Книги тоже, как по мне, хрень. Короче, похерили. Реально похерили опять награды. В общем, вот так вот, ребят. Пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки. Всем удачи, всем пока, я побежал.